Дачный сезон в самом разгаре, и большинство пенсионеров проводят его за городом, часто в деревне. Самый популярный вопрос у пожилых людей – как можно получить свою пенсию, поскольку не всегда удобно ездить за ней в город. На этот случай, как говорят сегодня в пенсионном фонде, есть своя инструкция. Всем уезжающим достаточно оставить заявление в управлении Пенсионного фонда России по месту жительства или в кредитной организации, где открыт счет. Каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и выплат, и подать соответствующее заявление. Проще всего это сделать через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России. Выбрав раздел «Пенсии», подать заявление о доставке пенсии. Лично заявку можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ. В Рязанской области доставка пенсии и иных социальных выплат производится 21 организацией кредитной. Также заявление с просьбой получать пенсию через кассу у вас примут на почте. Такой вариант возможен, если социальную выплату доставляют в отделение, а получатель не может дожидаться почтальона в назначенный день и час. Через почтовые организации в Рязанской области период доставки пенсии установлен с 3 по 23 число каждого месяца. Если пенсионер, получающий пенсию на дом, был в отъезде или отсутствовал по другой причине и не получил пенсию по установленному графику, то доставка может быть произведена в любой другой день до окончания выплатного периода. То есть это до 23 числа. Но если даже это не произошло, то гражданин получит свою пенсию в следующем месяце, и она будет выплачена в полном объеме. Если же пенсионер отсутствует долгое время, то он может оформить доверенность на получение своей пенсии родственникам. В Рязанской области 120 тысяч пенсионеров получают пенсию на дому или в почтовых отделениях, а 243 тысячи пенсионера выбрали способ доставки через банки. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».